Добрый вечер! Хочу вам предложить новый рецепт. Называется овощное рагу. Туда входят редиска, помидор, красный перец, капуста и баклажан, морковка, черный перец, керри и перец чили красный. И еще чили перец с маслом, ну, иранская соль, чеснок и такая вот типа лапши, что-то плоская ланжу это называется, не шпагетти. Ну, хорошего просмотра желаю. Ну, сначала, как всегда, режу морковку и лук, сначала которые жесткие у нас овощи. На раскаленную сковородку наливаем немножко оливковое масло. И начинаем поджаривать морковку. Потом редиску режу. После морковки начинаю редиску резать. Режу и закладываю сразу. Вместе жарится с морковью. Вот редиска с морковью жарится. Потом режу баклажан. Так вот, небольшими дольками. И тоже его сразу закладываю. Теперь уже лук. Время пришло кидать. Положила лук и красный перец порезала. Смотрите, какой-то красный получается. Овощной рагу. Посолила. Чили полила с олью, с маслом. Теперь капусту режем туда же. Под конец время помидор настало. Ну так, сейчас у нас выглядит хорошо. Наша рагу посолила, поперчила, керри добавила туда, все по чайной ложке, ложку керри, ложку перца красного, ложку черного перца. Это сочетание вообще керри, красный перец, чили, черный перец, это все способствует перевариванию пищи, для скорого переваривания пищи. Удачно в туалет сходить. Это тоже хорошая идея. Сейчас я ломаю эти лангуэти, ланжуэти. На 4 части. Я покупаю полкило, делю на 4 части и готовлю рагу. Значит, раз, два, три, четыре. Получается очень даже экономно. Ланжуэти эти, они веган. Видите, они цвета темного имеют. Я специально купила в веган-магазине. Я забросила все ланжуэти в сковородку. И пусть у нас оно все парится. Налью немножко сейчас воды. Вода у меня, как всегда, дистиллированная. Полаем бокальчиком. Ну, эти лангуэты, они сильно не раскисают, потому что они веган, там раскисать нечего. Очень жестковатые, я бы сказала. И немножко попарится под крышечкой. Минут 15 где-то. И все. Это наша еда готова. Готов у нас ужин.
еще немножко чесночку положу сверху. И все. И хорошего вам аппетита. Это ужин можно кушать между 5 и 6 часами. Не страшно, не поправитесь, можно хоть тонус съесть. Веган остается всегда калорийным, вкусным и витаминным. Подписывайтесь на мой канал, кому понравился этот рецепт. Ставьте лайки. Всего хорошего.